В этом видео я расскажу и покажу, как приготовить самое популярное летнее блюдо. Это у нас будет окрошка. Готовится окрошка очень легко, очень просто. Все ингредиенты очень простые. Нам нужна картошка, вареная в мундире, яйца, колбаса, зелень, майонез, соль и немножко лимонной кислоты. Картошку предварительно нужно и яйца сварить, дать им остыть. Потом по очереди все нарезаем. Начинаем мы с огурцов. Далее мы режем картошку. Еще раз повторю, все должно остыть. Все, что мы сварили, яйца и картошку, это должно остыть. Далее режем яйца. Все шинкуем. Стараемся делать это все помельче. У кого есть сеточка, через которую резать вот на банку, это тоже упрощает процессы многие. Но я предпочитаю делать все ножом. Никуда не спешим. Далее режем колбасу. Также все это делаем квадратиками. Некоторые делают окрошку с мясом, но я, как скажу, предпочитаю с колбасой. Колбаса у нас нарезана. Дальше приступаем к зелени. Режем лук. Свежий зеленый лук. Стараемся его помельче тоже резать. Делаем аккуратно, чтобы не порезать свои пальцы. Когда мы лук порезали, приступаем к укропу. Тоже режем его, стараемся помельче. Никуда не торопимся. Делается это все равно очень быстро. Все ингредиенты у нас порезаны. Все тщательно стараемся перемешать. Добавляем немножко, пол чайной ложки соли. Потом смотрим по вкусу. Лимонную кислоту добавляем. Тоже пол чайной ложки. Потом все это будем пробовать, и если чего-то мало, будем добавлять. У всех разные вкусы, у всех разные предпочтения. Добавляем майонез. И все тщательно перемешиваем. Стараемся хорошо перемешать, чтобы у нас не было там в одном месте соли, в другом месте лимонной кислоты. Когда все перемешали, добавляем воды. Воду добавлять нужно или кипяченую, остывшую, или минеральную, хорошую. Если вода будет охлажденная, будет вообще прекрасно. В
Воду наливаем до полной кастрюли. Все это дело мы тщательно тоже перемешиваем. И все, и наслаждаемся. Все делается, как я говорил, очень быстро, очень легко. А главное, что очень вкусно это все получается. Берем помпушечку и кушаем холодную окрошечку. Всем приятного аппетита!